друзья, сегодня мы с вами находимся на одном из самых модных мероприятий Санкт-Петербурга – Professional Fashion Festival от журнала «Мода and Art». И уже по традиции мы поговорим с талантливыми, интереснейшими дизайнерами, с красавицами-моделями, визажистами и прочими участниками фестиваля. Вечер обещает быть по-настоящему интересным. Ну что, поехали? Расскажите, пожалуйста, откуда сегодня ваши модели? Ой, это очень интересный вопрос. Мы, на самом деле, гордимся тем, что у нас, можно сказать, мероприятие в этом сезоне приобрело, наверное, национальный уже даже характер, потому что наши модели из многих городов, Москва, Санкт-Петербург, понятное дело, но также есть Екатеринбург, Оренбург, Казань. У нас целая делегация моделей приехала из Минска, есть модели из Калининграда, Финляндии, поэтому очень прекрасные наши модели. Мы надеемся, что у них будет восторг от большой концентрации красоты, вдохновения и хорошее настроение. Обязательно мы хотим подарить хорошее настроение. Здравствуйте, Светлана. Расскажите, пожалуйста, что вы сегодня делаете на мероприятии? Добрый вечер. Сегодня моя команда «Стильбанда» является партнером данного мероприятия. Мы делаем образы, макияжи и прически для моделей. Погода хорошая, настроение хорошее. Мы довольны, что мы вышли из зоны комфорта и двигаемся. И надеемся, что это у нас не первый такой путь всей команды. А какие вообще ожидания от сегодняшних показов, вообще от вечера? Ну, я бы хотела насладиться красотой, очень интересно посмотреть именно вот русскую стилистику дизайнеров, да. Вообще. Очень чудесное. С самого утра приподнятая сказка, волшебство. Здесь просто чудесно. Ну, я могу сказать, что зима грядет. И, естественно, самое дорогое моему сердцу будет показано. И самое дорогое в меховом ремесле. Это бургузинские соболя, если кто-то знает. Вот, я привез две модели. Это вообще считается, ну, вершиной айсберга вот этой всей меховой индустрии, потому что соболь является самым дорогим материалом в мире. Российская идентичность, она будет прослеживаться в каждой моей модели. Естественно, мы отголоски, мы же все-таки русские. Мы же знаем цену и материалу, и цену труду, и так далее. Поэтому я буду показывать свое ремесло во всей своей красе.
Здравствуйте. Я знаю, что у вас сегодня день рождения, у вас юбилей. Не постесняюсь сказать, 75 лет, между прочим. Мы вас поздравляем с этим. Спасибо. Я вам скажу, чем я старше становлюсь, тем лучше я себя чувствую. Замечательно. Приобретаю больше свободы. Дети выросли, внуки выросли, да? И есть время посвятить себе любимой. Но каждая коллекция Виктории, я наблюдаю уже за этим вот со стороны, можно сказать, больше 2 лет. Они растут, развиваются, очень сильно меняются и становятся с каждым, наверное, сезоном более продуманными и индивидуальными под вот как раз-таки роли разносторонней женщины. Вы знаете, у меня электроскрипка в руках, и сегодня я буду играть не классику, как может показаться. Скрипка – это универсальный инструмент, и сегодня зрители услышат рок-музыку, популярные рок-хиты на скрипке, да, так что сегодня будет драйв, вот, зажжем. Круто! Вот это вы сейчас меня прям удивили, если честно.